Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я не буду говорить на английском, я воспользуюсь переводчиком. Hello everyone, my dear friends. Today I will not speak English, I will use the translator. Простите меня, пожалуйста, за то, что я не выставил свою игру в выходные дни. Я пытался записать несколько видео, но моя игра была настолько плохая, что я думаю, нет смысла ее показывать. Please forgive me for not putting my game on the weekend. I tried to record some videos, but my game was so bad that I think it makes no sense to show it. Я блестяще сыграл в раунде открытия и в первом раунде, но, к сожалению, моя игра в финале сложилась совершенно не так, как я хотел и так, как я планировал. I played brilliantly in the opening round and in the first round, but unfortunately my game in the final did not work out completely as I wanted it, as I planned. Такое, к сожалению, бывает иногда. Such unfortunately, sometimes. Но наступит новый день, и мы пойдем дальше, будем дальше совершенствоваться и пытаться улучшить нашу игру вместе с вами. Спасибо вам большое, что вы смотрите. Спасибо, что болеете и переживаете за меня. Спасибо, что приходите на мои трансляции и смотрите видео. But the new day will come and we will go further. We will continue to improve and try to improve our game with you. Thank you very much for watching. Thank you for worrying, feeling for me. Thank you for coming to my broadcast and watching the video. Я специально захотел записать это короткое видео, чтобы вы не подумали, что я не захотел показать свою игру в финале. Просто на самом деле она сложилась очень плохо. У меня практически не получилось ничего из того, что я нарабатывал в предыдущих раундах. К сожалению, в Golf Clash такое бывает иногда и случается, наверное, с каждым игроком. I specifically wanted to record this short video so that you wouldn't think that I didn't want to show my game in the final. It just really worked out very badly. I practically didn't get in anything from what I had gained in the previous rounds. Unfortunately, this happens in Golf Clash sometimes, probably happens with every player. Конечно, бесспорно, я очень разочарован. Я возлагал очень большие надежды на этот турнир. Но, как я уже сказал ранее, наступает новый день. Мы забываем о всех наших поражениях и будем сосредотачиваться на новых победах и на хорошей игре. Мы попытаемся найти свою хорошую игру. Certainly, undoubtedly, I am very disappointed. I had very high hopes for this tournament, but as I said earlier, a new day is coming. We forget about all our defeats and we will focus on new victories and on a good game. We will try to find our good game. Я надеюсь, ваша игра сложилась лучше, чем сложилась моя в этом финале. Я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что всегда поддерживаете меня, мои верные зрители. Спасибо вам большое. Я не перестану помогать вам и подсказывать. Я желаю вам удачи и в ближайшее время, надеюсь, мы увидимся с вами снова. Всем спасибо и всем пока. До встречи. I hope your game has developed better than mine in this final. I want to thank you once again for always supporting me, my faithful viewers. Thank you very much. I will not stop helping you and prompting. I wish you good luck and I hope to see you soon. Thank you all. Again, and see you all. I love you all, my friends. Goodbye. Bye-bye, my dear friends.